Именно рот является своеобразными входными воротами в организм, а потому несоблюдение гигиены полости рта может привести к негативным последствиям для здоровья. Бактерии могут попасть в кровь и вызвать воспаление, инфекции, болезни. В формуле сверкающей улыбки важно несколько факторов. Тщательная чистка зубов, в том числе и десен, не менее 2 раз в день, использование зубной нити, либо ёршика, а также пасты, богатой фтором и кальцием. Жевательные поверхности очищаются круговыми или возвратно-поступательными движениями. Опять же, справа налево, слева направо, по 10 раз на каждый сегмент. То же самое для нижней челюсти. Обязательное использование щетки, пасты и нити, которые вам подобрал стоматолог. Паста – это не самое главное. Главное, как чистить зубы и как тщательно, как регулярно. Пасты с модными названиями 3D, 5D, отбеливающий эффект, я не рекомендую пользоваться. Это исключительно маркетинговый ход. И они никак не влияют на здоровье зубов. А белее зубы станут только благодаря регулярной чистке и походам к стоматологу раз в полгода для профессиональной гигиены. К слову, использование зубной нити обязательно. Правильная чистка зубной нити удаляет налеты, частички пищи в таких участках полости рта, куда щетки бывает добраться трудно. Ее рекомендуется использовать ежедневно, потому что скопление налета может привести к кариесу, болезням десен и более тяжелым заболеваниям. Пользование нитью обязательно для профилактики появления кариеса контактных поверхностей. Он долго не беспокоит пациента и долго является скрытым. Поэтому мы его, как правило, диагностируем уже на поздних стадиях, скажем, в пульпите. Но чтобы уберечь зубы, недостаточно чистить их 2 раза в день. Регулярное посещение стоматолога тоже критерий обязательный. Сегодня в Брестской области работает 9 общесоматических поликлиник, при них 14 отделений, свыше 200 стоматологических кабинетов, а также порядка 130 частных кабинетов. Они значительно разгружают государственные учреждения. Очень неплохая помощь нашему государственной стоматологии, потому что, в общем-то, много пациентов имеются таких амбициозных, которые требуют себе соответствующего подхода. Вот эти вот частные поликлиники, частные кабинеты, они, в общем-то, и дают им то, что люди, в общем-то, хотят. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.